Что делают с новорожденным в родильном зале? Куда делись пеленки и чьим советам доверять? Доктор ответит на все ваши вопросы. О первом годе жизни ребенка поговорим в программе «Звоните доктору». В студии главный внештатный педиатр Самары Светлана Пыркова. Программа «Звоните доктору». Смотрите 1 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».